Зал был полон. Множество детей с родителями пришли на показ спектакля Пушкинского музыкального театра. Данная труппа – частый гость на сцене Дворца культуры в поселке совхоза имени Ленина. На этот раз артисты привезли постановку «Котенок по имени Гав». И пока они готовились к выходу на сцену, звукорежиссер коллектива рассказал о спектакле. Во-первых, для детей он поучительный. Там рассказывается о каких-то жизненных ситуациях, которые помогают детям разобраться, что такое хорошо и что такое плохо. Ну и уникален он тем, что в нем есть музыкальные номера и танцевальные номера. И это добавляет разнообразие и, ну, по крайней мере, держит детей час в зале. 9 лет назад Советом депутатов сельского поселения было принято решение проводить детские праздники с участием театральных коллективов. На Новый год, на окончание учебного года и, как сейчас, в начале сентября. Традиционно у нас проходит 1 сентября детский спектакль. Спектакли бывают разные. В прошлом году это было по мотивам «Вождя краснокожих», в этом году это «Котенок Гав». То есть мы стараемся сделать так, чтобы 1 сентября было для детей праздником. Спектакль рассказывает о приключениях котенка по имени Гав, о том, как он находит себе настоящего друга, щенка Шарика, поднимает темы взаимопомощи и иллюстрирует, как любые неприятности можно преодолеть сообща. Артистов провожали аплодисментами, а из зала дети выходили с улыбками на лице. Понравилось, будем еще приходить. Да? Хорошо, он рассчитан на деток где-то вот 7 лет. Понравились именно музыкальные вставки, профессионально проставленные номера. Ну, как бы детям было интересно, слава богу. Дмитрий Книга, Алексей Руднев, Ольга Садовская, «Видное ТВ».